статистике 90% женщин всю зиму ходят в одной и той же верхней одежде, которая, конечно, к весне уже порядком надоедает. А сегодня главное предложение дня – куртка-шуба. Посмотрите, сделает каждый день разным. Это что-то невероятное. Две стороны, два настроения, два состояния, два образа. И представляет сегодня главное предложение дня любимый эксперт, главный эксперт рубрики «Мода». Стилист, дизайнер, соавтор модных коллекций обновленного бренда «Симона» с осени 2022 года Микола Комендров. Встречайте. Ну и, конечно же, главное предложение дня сегодня становится любимчик. И по совместительству моя вторая работа – это бренд у нас с вами «Симона». Бренд «Симона» всегда удивляет своей эксклюзивностью, а самое главное – имеет мой любимый почерк, конечно же, практичность. Поэтому мы с вами получим два изделия в одном. Цену смело сразу делите пополам, потому что вы получаете стеганую качественную куртку, которая согревает вас в температуру от минус 15 до минус 20 градусов, и вы получаете такую же теплую пушистую шубку из овчинки, которая тоже согревает в эту же температуру. Поэтому по факту в вашем гардеробе минус лишние вещи, что даст возможности больше расставить их полегче. Во-вторых, вы получаете два настроения, которые можете менять в течение дня. Вышла из дома в стеганой куртке, вернулась домой в полушубке. Пошла в театр полушубки, на работу или на прогулку пошла именно в стеганой куртке. Также вы будете королевой и управлять будете природой. Дождливая погода — наденьте на стеганую сторону. Сухая, морозная, солнечная — наденьте на сторону полушубка. Поэтому вы смелая и комфортная. Ну и, конечно, бренд «Симона» постарался сделать так, чтобы вам дистанционно было выбрать легко. Ведь здесь базовый красивый крой с точными рукавами и возможностью быстро и легко, как делает эту Оля уже второй раз, за несколько минут поменять данную шубку. Да. Цена главного предложения дня 4499 рублей. При оплате картой сразу еще минус 5%. Какой цвет у меня? Бежево-сливовый. Посмотрите, бежевая у нас овчинка, сливовый у нас снаружи. Какой насыщенный, какой вкусный цвет. И вы меняете свое настроение. Представляете, какие еще оттенки мы предлагаем? Также мы можем с вами выбрать бежевый оттенок. Вот такой, знаете, практически молочной пенки. У нас с вами будет шубка и сиреневая будет у нас с вами стеганая конструкция. Следующий у нас с вами бежевый, золотой. То есть такой же светло-кремовый у нас с вами мех шубки. И уже вторая сторона будет вот такая стеганая в золото. Следующее, для тех, кто выбирает для себя более ахроматные позиции, то он выберет ультрамодная бежевая шубка. И у нас с вами черная основа. Это как раз-таки выбор Ники. Ну и, конечно же, романтическое настроение. Мне кажется, это выбрала бы Анжелика Мартыненко. Она сегодня, кстати, здесь. Выбрала бы для себя серую шубку и, конечно же, что, розовую курточку. Красота. Ну давайте признаемся, такого не было еще на телеканале Шоп-н-Шоу. Вы могли видеть что угодно, но чтобы шуба и куртка — это впервые. Как это здорово, как это выгодно. Мне хочется просто, у меня столько эмоций. Ну, конечно, я знаю, что нужно вам помочь выбрать размеры и правильно заказать дистанционно. Куртка «Кладин» у нас от 48 до 62 представлен размерный ряд. Микола, давай подскажем, как подобрать дистанционно. От 48 до 62 данное предложение я бы рекомендовал взять на размерчик больше. Оно соответствует параметрам размер в размер, но для того, чтобы вам было удобнее как раз манипулировать и с легкостью быстро ее переставлять с одной стороны на другую, выберите для себя побольше. К примеру, Ника, стабильный именно вес, 50 размер. Всегда в одной паре, выбирая для себя 52-й, для того, чтобы удобнее садилось в пройму. Был еще дополнительный запас, например, пододеть под такую куртку-шубу жакет и так далее. Оля попротивилась, выбрала для себя свой собственный 50-й, тоже сидит идеально. Поэтому смело выбирайте либо собственный размер, либо размером больше. Но главное, вы выбираете сразу два изделия в одном. По цене 4499 рублей. При оплате картой цена еще падает — 4274 рубля. Успейте ухватить удачу за хвост. Это очень выгодно. Сразу два настроения. Посмотрите, трендовая двусторонняя шубка. За секунду вы преображаетесь. Конечно, мы уже устали от одинаковой одежды. Конечно, мы всегда экономим. Конечно, у нас верхняя одежда всегда в единственном экземпляре. К весне хочется ходить очень долго в пуховике, но это тяжело, Микол, ходить. Вот у меня пуховик просто, знаешь, как, ну он просто
Очень тяжело, понимаете? Очень тяжело. Думаю, даже, какое слово подобрать? Даже слов нет. Даже слов нет. И как же хочется, чтобы была экономия и две стороны сразу, например. Но когда вы покупаете, и может быть написано двустороннее, да? Такое было у моей подруги. А по факту некачественно сшито. Вот давай расскажем нашим телезрителям, да? Что они получают, когда берут куртку-шубу? Ну, смотрите, двухсторонние вещи в магазинах встречаются, но чаще всего это такое, знаете, полуназвание или полуобман. Одна сторона, она, конечно, может быть двухсторонней, но чаще всего на ней находится бирка, на ней находится составник, который вам говорят, ну, вы их обрежете, отпорите, а потом будете тогда этим пользоваться. Здесь нет. Здесь у нас с вами бирочка и составник размещается на съемной специальной у нас с вами бирочке, которую вы просто удаляете. И, безусловно, уже пользуетесь изделием. Клепки выставлены в зеркальном состоянии для того, чтобы вы сразу раз-два перевернули и уже ими пользуетесь. При этом данное предложение оба выглядит действительно как настоящая двухсторонняя куртка. То есть здесь нет такого, что мы вот просто взяли и так придумали. Угу. Нет, куртка снаружи и внутри, а это у нас с вами два лица. Плюс это еще и в два раза больше тепла. Сама шубка из вот такого эко-меха согревает до минус 15, стеганое полотно из стафеты с репстопированием и с элегантной, еще и достаточно стандартной именно стежкой у нас с вами согревает еще до минус 15. По факту в температуре от 0 до минус 30 мы можем в этой с вами шубке гулять, поэтому ее можно, в принципе, называть курткой сезонной и курткой демисезонной. Да, такого еще мы не встречали. Бежевый, сливовый, самый популярный уже. Вы начали заказывать, а значит, вы начали обновлять себя, свою жизнь и внесли что-то особенное. По цене 4499 рублей. Делите пополам смело. Цена только сегодня. Главное предложение дня врывается в эфир впервые на телеканале Шоп-н-Шоу. Ну и, конечно же, у нас здесь крой, который подойдет всем. Но меня больше интересует, что мы, как правило, экономим. И когда берем пуховик, то это сразу только спортивный стиль. Какая здесь экономия у наших телезрителей? Ну, смотрите, мы даже когда носим с вами на сторону пуховика, он не смотрится спортивно, он смотрится элегантно. Да, за счет того, что там видна оторочка из меха. Вот а когда мы носим на сторону шубки, то стеганое полотно исчезает полностью. Шубка выглядит как шубка. Поэтому и прямой крой ему в этом помогает. Карманы врезные в шубке, карманы подрезные у нас с вами в обычном стеганом изделии. Два настроения, две стороны, будьте разные каждый день с шубой, курткой Каладин. 499 рублей.